но не смертельно. Гораздо хуже, когда производители, чтобы удешевить продукт, добавляют вместо подсолнечного масла пальмовое. Эксперт подсказал, как проверить, не добавили ли этот вредный ингредиент в халву. В стакан с кипяченой водой добавьте небольшое количество халвы и перемешайте. Уже через несколько секунд будет виден результат. Халва более дорогая окрасила воду в желтый цвет. Это говорит о том, что производитель использует только растительное масло. Если мы посмотрим на образец более дешевой халвы, увидим, что вода окрасилась зеленым цветом. Это говорит о том, что производитель добавил не только растительное масло, но и пальмовое.